Когда западные партнеры европейские говорили о возможных выборах в Украине, да, то Зеленский здесь, на мой взгляд, ну, если не Остап Бендер, то его, скажем так, внук или правнук, да, он говорит, ну, естественно, сделаем, дайте денег, дайте, и заявил сумму астрономическую, дайте денег на выборы, и мы их проведем. Такая нагловатая авантюрная политика, она стала, вероятно, лицом, брендом Украины сегодня. Вот исходя из той безысходности, исходя из всех условий, в которых находится эта страна, страна разграбленная, страна, которая уже накануне политической, военной, экологической и демографической катастрофы. И в этом контексте мы говорим о какой-то взвешенной политике. Нет, это политика хаотическая, политика рывкообразная. Это псевдополитика, это вымогательство, это выклянчивание, это бессмысленные угрозы, не подкрепленные никакой силой. Это авантюризм.